Да не, сейчас убью, да, там просто, ребята, в общем, не перебегал я его, да. Хороший трай был, да, хороший. Ладно, сейчас убьем. Так. Такой босс динамичный, да. Несмотря на то, что игрушка старая, но босс динамичненький. Вот эту комнату. Ну давайте проверим эту комнату сейчас, да, посмотрим, что там есть. Я вот думаю, может можно все-таки где-то C4 заложить все-таки на него. О, там что-то есть. О, тут C4 только. А тут закрыто все. Там только C4 было, да. А, рацион был. Нет, стоп, там был рацион еще. Пам-пам-пам. Так, ну есть идея, в принципе, тогда, если там рацион есть. А, так, есть вариант, сейчас момент. Да, давайте-ка вайпимся сейчас. Сейчас все сделаем. Сейчас она меня убьет, возьмем рацион, и сейчас точно гарантированно убьем босса, да, с рационом. Не хватает совсем чуть-чуть хп. Сейчас все сделаем правильно. Там есть рацион в той комнате. Нет, ребят, вторую часть пока не прошли. Да, рацион есть. Все, значит, сейчас все будет нормально. Так, надо самое главное сейчас под пушку не попасть. Да, и все будет хорошо. Так, C4 есть. Рацион сейчас будет. Вот интересно, можно ли там где-то заложить C4, так, чтобы он взорвался и, ну, как бы, да, чтобы заложник не пострадал. Было бы здорово. C4 снимает ему очень много. Твою ж, это ж неловкость. Какая. Блин, да, поспешил, ладно. Так, сейчас аккуратно посмотрим, чтобы пушка была где-нибудь подальше. Так, ну не здесь точно. Да, вот туда куда-нибудь, чтобы она смотрела. Все, взяли второй рацион. Ставим рацион и поехали. Пушка есть, два рациона есть, все есть. Да, надо убивать. I love the reload during a battle.
nothing like the feeling of slamming long silver bullets into a well-used chamber. All right, I'm alive again. Let's go! На самом деле элементарнейший босс, просто очень легкий. Я просто ерунду делал, да. Торопился. Надо было, не надо торопиться было. По-моему, да. Это ниндзя как раз. Он им руку отрубил. Вот за этого ниндзя мы играли... Вот мечом этого ниндзя мы играли в МГР. Вот у него в руках меч как раз. Я такой же, как ты, у меня нет имени. Это экзоскелет. Рейден, да, махал мечом. Грей Фокс. Жесткий тип. Who the hell? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. Я не один из них. Руководитель Дара рассказал мне, что ты здесь. Насчет тебя. Jim sent you. А, Джим послал тебя. Ты из Пентагона. Отвечай на мой вопрос. What about your code? There's no time. Скажи мне код, нет времени. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. Так, секунду, друзья, телефон. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you?
How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? That can't be. You know, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Oh. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the Terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. Так, друзья, я отвлекся. Так, они говорят что-то про ключ-карту. Их спрашивают у него, есть ли она у него, он говорит, что нет. Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Ну, давай, говори частоту. Sorry, забыл, что ли? Вот твоя команда. Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. Обалдеть, он... А у меня же нет CD-кейса. If this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? Вот это вот неловкость, да. У меня же нет его. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. Ну да, то есть видите, завязка сюжета. Нет, правильно, что в первую начали играть. Как раз все объясняется. То есть конец тысячелетия и, соответственно, ядерной угрозы якобы уже не существует. Но на самом деле она и есть. И Metal Gear нужен для того, чтобы произвести ядерный удар с любой точки планеты. То есть для этого он изобретался. Эта технология, да, нужна была именно для того, чтобы не соблюдать политику ядерного сдерживания, а нанести удар просто по противнику. Да. It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work. Ну да, и во всем виноваты русские. Опять черный рынок, да, технологии русских на черном рынке и дешевые ядерные материалы для конструирования боеголовок. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. Так,
Ребят, значит, по поводу кода еще раз. Ребята с Твича уже посмотрели. Вот, код у нас есть, все хорошо. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for Черный by the проект. Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals. Обходная схема Пентагона, да, в производстве вооружений суперсовременного. Ну, секретные проекты, да, различные. В общем, друзья, да, президента мы нашли. Нашли мы президента. Кеннет Брейсер. Противный господин вообще. Армтеч. This is what you came for, right? Так, что он нам даст? What's that? Диск какой-то. Оптический диск, друзья, очень важный. Жесткий диск, он говорит, уничтожили в момент перестрелки. Kind of data? На нем остатки данных. Не притворяйся дураком, да. Ты прекрасно знаешь. Он спрятал от него во время пыток. Где он прятал, интересно? Говорит, передай его своему боссу. И... Ага, он отдаст там карточку свою. Can you walk? No. Ты можешь идти? Нет, не можешь. No, you go on without me. Да, иди без They меня. Got my password. They don't У них want мой пароль. From me. Они больше от меня ничего question. Не хотят. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. Экспериментально усовершенствованный солдат, вот этот Фокс, да. You know him? Из отряда Фоксхаунда. You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. Надо спросить доктора Наоми. Она все знает. You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... Это, скорее всего, опять этот самый. Да, который в прошлый раз тоже убил. Который около лифта появился, забыл, как это босс, кажется, какой-то. Психомантис, что ли, его звали, да. По-моему, как-то так его зовут. Он вот воздействует на персонажей таким образом. What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but some kind of poison? Говорит, нет, говорит, это не похоже, это выглядит как сердечный приступ, говорит, ну не похоже, ему давали тяжелые медикаменты, препараты, наркотики, но нет. Он умер от удушья. Нам нужно работать будет вместе с Мерл. Говорит, обычная передача будет невозможна. Постарайся уйти из этой зоны. Слушай, Наоми, что это был за ниндзя непонятный? Член Фоксхаунда? Нет, ты уверена? Да. Слушай, мы никого так там не видели. Подобного ему. Снейк, рассчитываю на тебя. Вот, в общем, понятно. Ребят, надо выйти, на связь сейчас будет. Heart attack, да, сердечный приступ. Совершенно верно, я так и перевел. Сердечный приступ, да, друзья. Так, у нас есть карточка. У нас есть карточка. Level 2 ID-карта. Надо позвонить, наверное, я думаю.
что-то не отвечают нам. Я понял, Максимат, да. Блин, нам надо позвонить ей, да. Но, честно говоря, у меня коробки нету с диском. Сейчас надо будет что-то делать. Либо все частоты проверять. Сколько там их? Много частот? Да там их, по-моему... Да не, не особо много. Все проверить, в принципе, можно. С какой там... Да не особо много частот. Воу. Ну ладно, сейчас выйдем. Сейчас выйдем, позвоним. Давайте вернемся, да. Так, у нас там... Давайте сначала обыщем вот те штуки. Да, сейчас он вернется, пойдем обыскивать двери. Шестой уровень. Так, сейчас заберем коробочку. Пойдем обратно. Так, коробку забрали. Соответственно, надо все осмотреть, как нам подсказали. Да, Холод, это я как раз даже перевел про то, что сигнал не проходит. Я просто отвлекся, да. Так, давайте попробуем поймать сигнал все-таки. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the colonel's niece, Meryl, right? Meryl, я забыл. No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. Так я и думаю. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha! Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake, да. Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Ну, то есть не гражданская территория, да, гражданская база, там разрабатывали Metal Gear. Called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time?
I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Стинг спрашивает, ну, можно же было бы украсть боеголовки ранее, почему только сейчас? Он говорит, ну, это сделано было под эгидой окончания программы тестирования самого современного вот этого Metal Gear как раз, который у них есть. Пока мы, правда, его не видели. Как-то спрятал кодек, да. У женщин много мест, где можно спрятать. Ну да, президент мертв. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Hmm. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ну да, One Man Army все дела. There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security? Так, грузовая дверь на первом этаже здания, которая же ведет на север. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. Так, ладно, ребят, сейчас мы должны все проверить будем, да. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh yes, you are. You pause for just one second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war... Сейчас, да, лирические разговоры идут о том, что, в общем-то, она новичок, она не сможет справиться с миссией, она пытается помочь Снейку. Но он говорит, что когда человек убивает кого-то впервые, это совсем не так легко, как кажется, и несмотря на то, что она воображает себя солдатом в юбке, ей нужно быть осторожной. Ну, Мэрил выросла в семье военного, вот, и она сама мечтает стать командой, соответственно. Именно этим и обеспечивается ее мотивация. Неудивительно. You're a real bastard, just like my uncle said. I told you, the real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake, I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Геймбит, это неудивительно, потому что он долгое время мечтал... У него же не получилась карьера кинорежиссера. Поклонники и фанаты обожают эту игру за кинематографичность. Каджима, он все, ну как бы... Всегда мечтал стать кинорежиссером, друзья. Именно поэтому, да, Metal Gear, он как фильм. Даже первый он как фильм. То есть, ну, несмотря на то, что на самом деле для 98-го года это был прорыв. То есть, движок игры использовал все возможности PS1 тогда. Вот, поэтому... Нет, на CRT-телевизорах это смотрелось просто великолепно. Ну, представляете, 576 строк. Не все телевизоры тогда умели 576 строк поддерживать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неловкость-то какая. Как так-то я забежал прям. Неожиданно.
вот это да. Надо быть аккуратней, конечно. Да. Неаккуратно очень. Не знал я, что там сетка. Нет, тепловизор я еще не брал, да. Вот мне сказали внимательно обследовать, я настолько внимательно обследовал, да, что гуфнулся. Так, а у нас сохранилась частота 140.15. Сейчас, минуту, мы позвоним снова. Так, надо бы все это сократить. Уже слушали разговор, поэтому просто внесем в память, да. Ее частоту. Да, для GameCube есть переиздание, действительно, есть. Авул про него писал, писал, что можно поставить, соответственно, эмулятор. Но я что-то не рискнул этим заниматься. Так, надо в память внести. Да, Мэрил в память уже, окей. Все, выходим. Аккуратненько сейчас все будем проверять. Чтобы ни на что не напороться. У нас есть сигареты, в принципе. Но сигареты, когда он курит, у него ХП падает. Поэтому надо быть аккуратнее. Ну и, да, китайская народная мудрость. Тоже надо ей следовать. Да, вот тут вот, это видите. Есть проблема. Поэтому нафиг. Нафиг рисковать не будем. Опять меня кто-то запалил. Да ладно тебе. Как так-то? Как они меня заметили, это интересно. А, там, наверное, патрули появляются после этого. Вероятно, патрули появились, да, в этой комнате. После убийства босса. The DARPA chief and President Bake. Кастомен, привет. Да я в нее не играл. Мне вот как бы, да, я хотел начать стримить серию, мне сказали заканчивать со своим HD-переизданием второй части и прочих. Давай-ка с первой. Потому что я начал стримить, я ничего не понимаю на самом деле, да. Абсолютно ничего не понимаю в персонажах. Пытаюсь разобраться и как этот... Сижу, перевожу и не понимаю, о чем речь. Вот первая часть как раз, чтобы разобраться. Пытаемся разобраться сейчас. Так, ладно, сохраним. Сохранилось. Надо еще позвонить будет ей. Снейк? Don't be so impatient. Settle down. Не будь таким нетерпеливым, она нам посоветовала. Так, а у нас сохранение вот здесь, по-моему. You caught Snake?
Ну да, с того момента, как Рейден появился, я, в общем-то, решил... Хорош. Потому что непонятно стало еще на танкере, когда Оцелот появился. С какой-то там отрубленной рукой. Вот, я там все заспойлил, что у него будет рука Liquid Snake. Поэтому, в общем-то, да. Я решил, что надо поиграть в первую часть. Когда Рейден появился, я совсем потерял смысловую нить. Ну, если честно, за Рейдена-то я уже играл в МГР. Рейден крутой чувак. Правда, для меня пока загадка, как он станет киборгом. То есть во второй этой части он вроде пока еще человек. Совсем молод. Надо просто чаще смотреть от первого лица здесь. Там наверняка патрули есть. Наверняка. Вот он, да, патрульный ходит. Все понятно, он нас испалил. Сейчас подождем, пока он это задушим его. Так, минус один. Там еще один около лифта, по-моему, стоит где-то. Или он этот самый был. Сложно вообще так сказать однозначно. Посмотрим, куда он пойдет. По идее, не должен заметить нас. Люх, я вижу, что стену можно было взорвать. Проблема в том, что да, у меня, видимо, нету. А, нет, надо С4 есть, да, можно взорвать. Я вижу, что можно взорвать дом, да. Сейчас надо убить солдата сначала, потом взорвать стену. Где он там бродит-то? Пошел куда-то во внутреннее помещение, видимо. А, да, сейчас окей, холд, я понял. Странный звук какой-то. А, вон он стоит. Он стоит там. Так, секунду. Пошел мимо, хорошо. Все, удушили его. Никого нет уже. Да, там никого уже нет. Так, ну давайте подберем там здесь, да, лазерная сетка была. Там коробки есть. Так, опять спалили его.
потреб пришла ему. А, мы винтовку полутали. Вот так вот. Так, сейчас у нас Evasion спадет. Я не знал, да, что после включения тревоги все враги респаунятся, это раз. Надо аккуратно сейчас всех тут будет перебить и забрать пушку новую. С новой пушкой, да, будет, наверное, поинтереснее. Она лежит вот здесь. Так, а как нам ее взять? Сейчас посмотрим. А, ну тут можно проползти, наверное. Я думаю. Да, тут можно без проблем, вероятно, проползти под этой штукой. Так, того можно, наверное, будет. Один там ходит. Ну ладно, пускай ходит. Да, здесь горят. За них хп тратится. Совершенно точно. Так, сейчас опять этой позвоним, потому что у нас... Who are you? Собственно говоря, сейф... Да, сейф спал. Но мне вообще надо стену взорвать, по-хорошему. Поэтому, если они меня не услышат, то можно взорвать. Но я думаю, что они услышат. На харде, да. Карты нет на харде. Господи, сколько ж вас там, а? Да, надо постараться, в общем, по-тихому всех убить.
Да пострелять нет, пострелять тревога поднимется как-то. Надо постараться убить их. Да, без поднятия тревоги. В этом смысл. Потому что они спаунятся, как только тревога поднимается. Их там всего двое. По идее. Да, по идее там всего двое. Ну, сейчас попробуем пройти хорошо по стенке как-нибудь. Суть в том, что да, я просто пытался пройти мимо вот этого. Ой. Норм, по стелсу убили, да. Из-за спины просто. Тревоги нет. Все хорошо. Так, а этого там тоже нет. По стелсу, да, по стелсу, ребят. Все нормально. Так. Так, один момент. Мне вот интересно здесь посмотреть. Что у нас здесь лежит? Там трэш-то. Понятно, да. Но это версия для PS1, просто запущена на PS3. На первый этаж еще вернемся, ребят, сейчас, да. Сейчас мы пытаемся отсюда нормально выйти, чтобы без проблем прям. На первом этаже сейчас еще побываем. Бомбу они услышали. А вообще нам туда, по-моему, не особо-то надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я опять отвлекся и все запорол. Да, надо валить. Надо валить, совершенно точно. Ну что-то в ту комнату я не хочу совсем заходить. Прям вообще никакой охоты нет. Тут-то возьму, а там, наверное, не пойду туда. Пойдемте на первый этаж. Да, враги поход без ка. Ой. Да блин. Как так-то? Блин, вот я же хотел его задушить, но почему так получается каждый раз? Короче, валим отсюда. Валим, валим. Да, хотел задушить, а не вышло. Вышел этот дурацкий бросок. Вот вроде как ровно подходишь сзади, а все равно он бросает. Snake. Ужас какой-то. Просто страх и ужас.
ну, не всегда, на самом деле. Я вот смотрел, периодически прям вот сзади надо стоять. Ой, ой. Что ты будешь делать? Давайте где-нибудь спрячемся. Вот здесь, например. Нет, здесь не спрячешься. Где-нибудь вот здесь вот. Посидим. Как замучено. Не, коробка у меня, по-моему, есть какая-то. Сейчас посмотрим. Какая-то коробка есть. Или я путаю. Может быть и нет. Сейчас. Не, коробки нет. Вообще нет коробки, да. Я, наверное, ее не взял. Скорее всего. Есть такое мнение. Лето можно убить врага, тревога не включится. С пистолета, в смысле? Но у меня же нет глушителя, холод. Точно не включится? Просто вроде как. Ну, давайте попробуем с пистолета, ребят. Да не, надо еще пока, ну, привыкать к игре, потому что я играю в нее очень мало и каких-то вещей. Вот как на боссе, да. Пока руку не набьешь, тут, в общем, бесполезно что-то делать. Вон он идет. Там один? Один, да. Ладно, в топку. Давайте просто уйдем отсюда. Просто уйдем и все, да. Так, первый уровень вы сказали. Поехали на первый уровень, да. Так, надо позвонить женщине. Давайте позвоним ей. 140-15, да. Потому что мы с ней так не пообщались. Сейчас обшарим, ребята. Да нет, я как бы играю на английском, потому что японского я не знаю. Английский я знаю хорошо. Прохождение я, ребят, зная меня, можете совершенно быть уверены, что прохождение никакого я не искал. Да и оно и не нужно. Зачем портить впечатление? Так, ну записаться нам, не знаю, надо, не надо, давайте запишемся. Тут у нас двое вроде как. What can I do for you, Snake? Холод, а ты, ну, в такие случаи лучше в этот, кидай в облако. В облаке они хранятся. Так, поехали.
Так, попробуем ту дверь открыть, которая изначально была закрыта у нас. Вот это, да. Там три написано. Да, третья не откроется. Надо третью карточку, у нас вторая только. Не, Splinter Cell все проходил. Splinter Cell. Теперь понятно, откуда Splinter Cell все срисовали, да. Потому что это, в общем-то, родоначальник жанра. Stealth Action. Даже костюм Сэма Фишера слезали. Time Point 2. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Открыл грузовую дверь, она сказала. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. Так, она переоделась во вражескую. You won't be for long with the way you uniform. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas. Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Так, в общем, она открыла для нас, да, грузовую дверь. Нам проходить через первый этаж. Ну, что-то я... Так, стоп, а мы... Мы еще пока в лифте, да. А где еще один танк? Секунду. Танка было точно два. Туда пропал еще один. Давайте подождем здесь постоим. Сейчас он пройдет туда. Увидел. Пойдемте наверх посмотрим, что там как. Там еще и камеры. Так, ну мы нашли коробку. Коробка вот, да. Сколько у нас рационов? 1-2. Стороне еще одна. Надо те двери обследовать. Там солдат ходит. А куда он идет? Он просто ходит там, да? И все.
Ну да, он туда-сюда ходит, и все, больше там ничего нет. Или один. Еще один снизу, видимо. А для Xbox эта игра есть в HD? Если для Xbox эта игра есть в HD, это интересно. Потому что Xbox-то у меня есть, можно было бы попробовать. Ну, от первого Xbox эта игра запускается. Можно даже посмотреть в Xbox Live, может быть, она там есть. Мистер Бакс. Блин. Посмотрел, посмотрел, ушел. Посмотрел на кнопку и отошел, да. Снейк, I unlocked the cargo door for it. Да не, Wii у меня нет. Just a box, да. Так, ну ладно, сейчас будем аккуратнее. Там снизу ходит один. Сейчас надо его снять будет. Он вокруг танка ходит. Да, один единственный. И там наверху камера есть. И наверху еще один охранник. В принципе, все видели уже. Ой-ой-ой. Так, сейчас. Аккуратно. Он по кругу ходит просто, да, вокруг танка. Так, идет в обратную сторону, кажется. Так. Но, тем не менее, второй этаж все равно надо весь обследовать будет. Опасаться камер надо. Это печальная ночь будет. Пойдем, если под камеру. Сейчас в другую сторону будем смотреть, пойдем. Коробка есть, хорошо.
Дальше поехали. Из-за этого типа нет. Наверху один. И какие-то на самом деле слепые еще, ко всему прочему. Just a box. Да, вот, конечно, с удушением надо потренироваться. Не понимаю, как он работает. То проходит, то не проходит. А я нижний уровень уже осмотрел. Там все двери уже облазили, да. Автомат взяли вроде. Все забрали уже оттуда, с нижнего уровня. Там больше нечего брать. Не все еще? Ну давайте осмотрим нижний уровень. Я сейчас на уровне с танками как раз нахожусь. Первый уровень, уровень с танками, да. Смотреть уровень. Сейчас смотрю. Тут один танк был, его уже нет. Я, честно говоря, даже не знаю. А, вот тут еще что-то есть. Секунду. Да. Здесь мы что-то... Ой. Блин. Там их бесконечность. Да, надо просто очень тихо ходить еще. Понятно, про того, да, не знал, что он там стоит. Так, ждем снова этого. Не, мины уже, да, нашли, уже босса даже убили. С4 уже нашли, да. Как-то сюда-то прошел. Умник. Вечно с ним какие-то проблемы.
Сложнее Райзинга. Да не, Райзинг не очень сложная игра. Гайден сложная игра, Райзинг нет. А где он? Куда он пропал? А, я услышу, все идет. Беготня. Опять беготня вокруг ящика. Да что ж такое-то? Ага. Стелс. Стелс вокруг ящика, да. Попытка номер три. Ой, вот это лол вообще. Не, отличная игра просто, великолепная. Так, надо подождать его здесь. Прижаться так, куда вот так и стоять. Однозначно, подумал, что он привиделся. Можно под танк залезть, да, можно. Так, один там. Все, сейчас это наш шанс. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот. Стелс, да. Все, все сделали. Так, дальше, ладно. Шутки в сторону, надо дальше. Сейчас очень аккуратно надо подобраться к этому. Этого уже помним. Так, вот он стоит. Заметил, что ли? Да ладно. Как ты мог заметить меня? Суппрессор здесь лежит. Суппрессор — это глушитель, ребят, очень полезная вещь. Да. Вот ты зараза, а как же ты заметил ты меня? Я уже схватил тебя, а ты все равно заметил. Ладно, сейчас заново все быстро сделаем. Да, там, ребят, глушитель лежит, очень полезная вещь, надо ее забрать обязательно. Камера там. Там не камера, нет, меня просто заметил, по-моему. Камеры что-то там особо не видел. По-другому попробуем сделать. Сейчас он когда пойдет, мы из-под танка вылезем. Так, вот он идет. Масак, ты на харде играешь? Я говорю про триалы. Сам Гайден, он, может быть, несложный. Гайден — это триалы. Прежде всего. Там все ачивки даются за триалы. Серьезные которые. Без них платину получить нельзя. Ну вот, в этом основная заковык, Ласок. Ой. Опять он заметил. Там точно камеры нет. Как он видит-то, я не пойму. Камеры там нет никакой. Зараза, как он видит? Так, а может быть, ну его нафиг тогда. Да, давайте просто стырим коробочку и уйдем. Да, просто заберем и уйдем. Не будем.
Не будем с ним бодаться. Ползли просто и все. Ну понятно, что прям клетка в клетку, да, я понял. А он стоит еще так наперекосяк, главное. Да, он реально наперекосяк прям стоит. Фиг сделаешь. Ну вот в этом положении можно попробовать. Момент, ребят, телефон.